Сьогодні хочеться поговорити про день вдалого дня. До нас завітала одна людина, яка каже: я сьогодні з корабля на бал, тому що я зразу прибігла вам розказати про такі проблеми, які є із очима. До речі, це наймолодша хірургиня сказати. Так, в Україні. Я розумію, фемінітиви, та історія. До нас сьогодні завітала. Так, до нас сьогодні звітала лікар, хірург, офтальмолог Ольга Денисюк. Все правильно, так? Так. Доброго ранку. Так, добре утро. Розкажіть, будь ласка, з якого корабля ви прийшли до нас? Да, я вот сегодня как раз только что была в операционной. У меня был пациент, который требовался в помощи. Ему, у него вечером вчера поднялось давление и немножечко было небольшое кровоизлияние, собственно. Это скоропомощная, в некоторых случаях скоропомощная процедура. И, собственно, сегодня мы с ним провели утро в операционной, чтобы немножечко облегчить его жизнь и ускорить его реабилитацию в дальнейшем. І от скажіть, будь ласка, взагалі, от людина у вас була тільки щось, ось ви тільки що були на операції, тільки що допомагали. Потім люди з вами підтримують зв'язок, щоб, знаєте, уникнути там наслідки, можливо, ставлять запитання, так? Да, обов'язково. Я взагалі всіх своїх пацієнтів, тобто у мене, це не просто мої пацієнти, це якби цілий процес такий, який не зупиняється. Тобто я їх консультую, вони приходять на операцію, вони обов'язково потім після операції є такі рутинні осмотры, и раз в полгода они обязательно приходят. Иногда самое приятное, когда они приходят просто прийти и сказать: Ольга Юрьевна, мы так рады, спасибо, вот вам там, хорошего дня. Вдалого дня, так. Класно. До речі, око – це, мабуть, найвразливіша частина тіла, тому що навіть невеличка пилинка, і ти зразу ж, ай-яй-яй, боляче. Чи є якісь протипоказання, коли робиш якусь певну хірургічну? На самом деле, я вообще хочу поговорить про глаз, потому что глаз — это уникальная система, это уникальная оптическая система, это часть головного мозга, которая вынесена на периферию. Угу. Невероятно сложный, невероятно интересный, и там целый мир на самом деле, да, когда мы всегда говорим, что глаза — это зеркало души, это не просто зеркало души, это еще и зеркало нашего организма. Ух ты! То есть, да, то есть при осмотре можно выявить начальные стадии сахарного диабета, артериальной гипертензии. Это сейчас просто для нас шок. Это, ну, начиная какие-то инфекционные заболевания, которые пациент никогда не знал. То есть это вот целый такой осмотр, который, в принципе, пациент, не зная, что с ним что-то не так, при осмотре это можно выявить. Поэтому вариантов операции на глазу там миллион и один. Тобто ви коли дивитеся в очі, ви одразу розумієте стан людини, правильно? Да. Ого, так аж трішки страшно зараз дивитися вам в очі. Я не буду дивитися в очі, щоб не дізнатися, можливо, якісь нюансики в ефірі, краще після. А ось момент все ж таки, коли до вас люди звертаються, найчастіше з якими проблемами? В основном есть несколько категорий людей. Есть молодые пациенты, это больше осмотра, это больше проблемы рефракционные. То есть это когда проблема, это либо близорукость, либо дальнозоркость, либо астигматизм. То есть я всегда говорю очень банально, если мы представляем наш глаз как фотоаппарат, у нас есть оптическая система и есть пленка, то есть сетчатка, нейросенсорная система, которая дальше передает это в головной мозг. И вот когда проблема с оптикой, она может быть как врожденная, приобретенная, то есть если мы говорим о близорукости, если мы говорим о астигматизме, то есть это требует либо контактных линз, либо очков, либо там хирургической коррекции. Если мы говорим про более возрастную категорию пациентов, это уже идет помутнение хрусталика, и это идет катаракта. То есть это когда одна из линз у нас мутнеет, и, соответственно, у пациента происходят такие проблемы, как туман, появляется нечеткое зрение, зрение начинает падать. Вот такая операция требует непосредственно замены хрусталика. Это такие самые базовые. И, ну, плюс есть самая такая страшная и проблемная, это глаукома, это повышенное внутриглазное давление, которое, к сожалению, может привести к слепоте, если его не лечить вовремя и правильно. Поэтому сказать, чем чаще, в зависимости сезонность, бывают воспалительные процессы, бывают травмы. У меня буквально недавно была интересная пациентка, она пришла, у нее была, она с жалобами, разница на глазах.
И она вот хотела сделать пластическую, собственно, операцию, чтобы это выровнять. Я ее отправила на исследование на компьютерную томографию, и, как выявилось, у нее оказался инсульт. Поэтому эту пациентку мы отправили в неврологическое отделение, она вылечилась, у нее все хорошо, глаза у нее симметричные, все ровно. Поэтому осмотр офтальмолога – это не просто глаза, а это вот весь такой целый мир. Ого, а як відбувається корекція зору? Ну, в цілому це ж досить складно і... Ну, це тільки як? Хірургічно, чи можна якимось вправами, а потім вже хірургія? На самом деле все зависит от проблемы, какая есть с глазами. То есть, если мы говорим непосредственно о близорукости или дальнозоркости или астигматизме, коррекция есть базовая, да, это очки или контактные линзы, как я уже говорила, а есть хирургическое уже вмешательство. Хирургическое вмешательство – это невероятно высокотехнологичное, то есть это требует огромный спектр аппаратуры, навыков хирурга, потому что мы изменяем, у нас есть роговица, которая отвечает за, одна из как бы линз, да, как в фотоаппарате, которая отвечает за фокусирование света на сетчатке. И вот эту вот роговицу грубо мы шлифуем и изменяем ее форму, чтобы пациент потом хорошо видел, если мы говорим о рефракционной хирургии. А от в яких випадках ви не будете братися за операцію ока, чи є такі протипоказання? Естественно, ко всему есть противопоказания. Это уже индивидуально анатомические особенности. Например, если это слишком тонкая роговица. То есть везде есть свои показания, так как мы ее шлифуем, она становится тоньше. Если она изначально у пациента тонкая, есть свой ряд противопоказаний. Это если очень высокие показатели проблем со зрением. То есть это когда либо плюс, либо минус очень большой, или когда большой астигматизм, пациент не получит такого желаемого результата, как он хочет. Воспалительные процессы тоже являются. Ну, плюс образ жизни, да, то есть если пациент, например, занимается боксом или занимается активным видом спорта, то это тоже повышает риск травматизации. Мы не рекомендуем. Мы рекомендуем уже как бы после финиша карьеры, тогда уже работать со зрением. А кому рекомендуются або дозволені такі операції? На самом деле, если мы говорим про лазерную коррекцию, это больше желание самого пациента. То есть, если человеку надоели очки, надоели контактные линзы, если пациенту надоело вот это вот постоянное, что он щурится, особенно у девушек, у них проблема щурится, потом морщинки тут, то есть это вот эти вот все вещи, они убираются лазерной коррекцией, в принципе, пациент себе живет полноценно и живет, наслаждается жизнью без очков, без контактных линз, и это максимально комфортно для людей. А сколько по часу треба? Чи є якась там періодичність від однієї операції до наступної? Чи це... Нет, это в принципе делается одномоментно, делается сразу оба глаза, поэтому это достаточно такая приятная процедура, это рутинная процедура, она, как я говорила, высокотехнологичная. Сейчас есть современные технологии, которые делают это на таком колоссальном уровне, как космическом, наверное, каком-то, потому что это фемтосекундные лазеры, которые настолько деликатно делают эту процедуру, что минимизируются ошибки и осложнения, поэтому лазерная коррекция достаточно хорошая такая рутинная процедура. Опять-таки, все зависит от человека. Если вы хотите, да, вы делаете. Если вы не хотите, вы не делаете. Это абсолютно, как раз в данном случае, ваше желание. А дуже багато людей після операції, коли все ж таки вже розуміють, що ну потрібно було зробити, бояться про наслідки. Там, ну, як я розумію, як і після кожної операції, от треба час. Да. Да. Ну, любая хірургія – это риск. Угу. Любая хірургія. Все-таки человеческий организм, он уникален. И мы не можем его контролировать, и не можем его предугадать на все 100%. Поэтому любое вмешательство в организм – это риск. Даже самый простой, он может иметь за собой ряд последствий. Могут быть воспалительные процессы, могут быть неудачный результат, потому что это компьютер рассчитывает, а иногда бывает, компьютер рассчитал, ты все сделал правильно, но все равно результат не такой. Почему? Тут сложно понять. Поэтому очень важно взвешивать все риски, очень важно идти к грамотному доктору, к специалисту, очень важно разговаривать, очень важно объяснять пациенту, какие риски есть. Особенно вопрос, когда говорят гарантию. Угу.
Вот, гарантия — это мой самый любимый вопрос, когда мне приходят пациенты, говорят: а какую гарантию вы даете? И тут вот вопрос: гарантию я не имею права дать. Гарантию может дать, ну, я не знаю, Бог. Якби це послуга була. Да, если бы это мы покупали в магазине там телефон, да, вы там, магазин дает гарантию там 3 года. Но тут это невозможно, это человеческий организм. Сейчас происходят такие изменения и в мире, и ковид, и очень много изменений глаза с ковидом. Да, даже так, есть проявление ковидное, есть сейчас вот целая отдельная тема, вот называется ковидный глаз. То есть это новые тенденции, мир и современность диктует, и мы постоянно меняемся, адаптируемся. Поэтому риск всегда есть. И тут вот надо взвешивать, насколько человек готов пойти на риск. Да? То есть он сейчас минимизирован. То есть риск осложнений достаточно низкий. То есть это там 1,5-2% от всех операций, но все равно он есть. Может быть, у меня был случай, когда пациент пришел ко мне после операции, он просто потер глаз. А после операции глаза нельзя трогать, да, то есть определенные периоды у него там сместился лоскут, поэтому там, или там разошлись швы, например, то есть как бы бывают абсолютно разные ситуации, поэтому тут гарантии бывают, ну, невозможно говорить, поэтому очень важно просто правильно вести коммуникацию с пациентом и правильно объяснять, что будет, какие есть риски, какие могут быть осложнения, просто может быть от обычного воспаления до потери глаза, да, угу. Только вариация всех этих рисков, там тут 1 на 1 000 000 или 1 на 2 000 000, а тут 1 там на 10 000. Вот как бы. А от як обрати лікаря? От є проблема, куди звертатися? Ну, тут это должно, мне кажется, быть, во-первых, очень эмоциональное, в принципе, решение. И не только эмоциональное, я всегда рекомендую, во-первых, смотреть отзывы, да, то есть есть такое классическое сарафанное радио. Ну, да? Так. То есть вот моей маме сделали операцию, вас похвалили, пожалуйста, приходите. Кроме всего этого, имеет важность квалификация, имеет важность, где доктор учится, потому что мы постоянно учимся, постоянно ездим на конференции, на тренинги, невозможно знать. Вишни все. Студенты? Постоянно. Это, я думала, когда я закончу мединститут, на этом все закончится. Оказывается, это такой процесс, и как только ты останавливаешься, у тебя и твоя практика останавливается. Поэтому очень важно постоянно учиться, развиваться, плюс личная коммуникация, потому что иногда бывает найти с каждым пациентом какой-то общий язык бывает сложно. Бывают пациенты тяжелые, бывают пациенты легкие, бывает иногда, когда у тебя просто нету контакта. Тут уже такой вопрос, если вы пришли к доктору, вам что-то нравится или не нравится, иногда бывает, доктора, мы доктора бываем резкие, потому что все-таки к нам каждый день приходят люди с проблемами, и мы немножечко бываем жестковаты. Вот, и пациенты могут на это жаловаться, но все равно вот эта вот эмпатия доктора, понятие, как доктор объясняет вам, да, то есть как объясняет, а у вас все хорошо, до свидания. Или объяснить, в чем у вас проблема, как ее решить, какие есть опции. То есть выбрать доктора – это вот целый такой процесс, который кто-то в интернете смотрит, кто-то идет на клинику, кто-то идет на доктора. Очень важно смотреть, главное, квалификацию. Угу. Я вам дякую, ми вам дякуємо величезно. Я поки що сидію, я просто був в шоці, тому що через око можна дізнатися, які в тебе є хвороби, ви розумієте? Просто тобі в очі подивилися і кажуть, у тебе поганий настрій. І наскільки складні операції, що можна, що не можна, які є протипоказання, сьогодні нам розказала Ольга Денисюк. Ми вам дякуємо ще раз. Спасибо, дуже вам дякуємо. Дуже приємно. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео. Не забуваємо підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар. Так, і ми надалі будемо дивувати вас цікавим та якісним контентом. Не перемикайтеся, будьте на нашому YouTube-каналі «Правда тут».